Как отпустить несчастного? Я вижу, у вас хороший чувство юмора. Видите, как прям вопросы задаете конкретно так. Вот, если бы человек только что зашел в зал, он подумал бы, о чем семинар? Чем вы не занимаетесь? Ну, несчастный, куда его отпустить? Надо быть в клубе. Древние тексты говорят, если у вас есть вкус к чему-то, и привязанность к мужчине является тем, что называется раса, вкус. Расаписья нивартанте. Это строки санскритские из афоризма, которые описывают этот механизм. Как преодолеть привязанность. Женщина должна понять, что если я просто... Там описан механизм. Если просто забыть от него, отвлечь чувство, например, отвлечь чувство, это означает не слышать, не видеть, да? Не соприкасаться, не чувствовать объятий, поцелуи, вообще ничего. То есть все чувства отвлечены, органы чувств отвлечены. То какое-то время это поможет. Но с течением времени чувства с еще большей силой устремятся к объекту. Да? Я выдержала карантин, ждала мучительно, что он соскучится, а он завел себе другую женщину. И я на грани самоубийства. Да, типа допрыгалась, послушала нарушающего, отпустила несчастного, а теперь я сама несчастная, кто меня отпустит. Это Иван, иди сюда, скорее, я медведя поймал, это в лесу, да, история русская. Он говорит, так веди его скорее сюда. Не могу, он меня не отпускает. Поймал медведя. Как отпустить несчастного? Я говорю, по-моему, тут несчастную надо отпустить как-то, да. И поэтому принцип парамвиштва называется более высокий вкус. То есть женщина должна, помимо того, чтобы прекратить общение с мужчиной, она должна на полный газ дать на то, чтобы получить все возможные виды счастья, которые есть, кроме как ходить на работу. Это единственный московский вид счастья. Больше танцев, больше подруг, больше женского общения, больше расстановок по Хеллингеру, больше вечеринок Ladies Night, больше семинаров, больше спа, больше массажей, больше лепестков моей ванны, больше интересных книг, больше любимой музыки, больше лепки, больше флористики, больше в церкви, больше 108 способов. Понимаете? И вот это будет парамвиштва, это будет замена настоящая, а не просто какая-то симуляция дурацкая такая, знаете, симптом-то, вот он, как маленький мальчик ушел из дома и думает, пусть они плачут, когда я умру. Я с ним не общаюсь, сама такая сидит. Вот умру, и он будет жалеть, что такую девушку отпустил. Несчастно, я его отпустил. Высший вкус нужен. Очищение и питание. Принцип древней медицины. Очищение, прекратить общение. И питание. Новое общение. По крайней мере, еще два мужчины, еще три мужчины, как минимум. И подруги, и единомышленники. И разные виды увеличения женской энергии. То есть целые лекции уже есть на эту тему.